тебя на 5 минуте. Всем привет, меня зовут Витя Топчик, и значит, это мой новый влог. И значит, что я сегодня умру, я сегодня иду, короче, в лес. Бля, ну, в конченном, конечно, городе, но, блядь, можно что-нибудь придумать. Мы идем в лес, там, где психушка, вот. Каток, ебать, каток. Ебать. Давай кататься, дядя. Ну, лети. Смотри, бро, смотри, сейчас будет мясо. Эй, мясо на пыли. When it's shut down, that's not me and it's shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Fashion week and it's shut down. Went to the show, sitting in the front row in a black tracksuit and it's shut down. Touch the road and it's Ты головой въебал? А, рукой. Лютое освещение. Вообще жестко. Классно? Да. И мне хорошо. Да тут тренить можно. Все, я буду тут тренироваться. О, сейчас шапку еще положу. Буду тренить. Давай бабки зарабатывай, чувак. Это дерьмо реальное. Ох, бля. Ой. А ты видел такую тему? Это кафе. Здесь ну лажа, да. В форме, ты все. В ресторане выпивать дают. Это ресторан, ребята. Да. Полицейский куб, блядь. Кормят тут просто. Заряжаешь там, сучка. 10%. Через 3 минуты закрывается кафе наше. Вот самое жесткое, что у меня есть на всем белом свете, родном, это то, что я забываю нажать на красную кнопочку, чтобы снимать. Все время забываю. Такие моменты просираю, пипец. Кирюша пошел писать. Я тоже хочу пописать. Блин, идти или нет? Сука. Короче, не смылась. Не смылась вода, и там много... Ой, в смысле, моча. Ну, короче, суть в том, много что я сал в писсуар, она должна, по идее, как бы, ну, сливаться. Слилась, она налилась просто. Ладно, все, поехали. Мы, короче, настолько бичи, хватаем картошку. Ой, снимай. Напиздили картошки, сыра. Нет, не сыра. Все, идем кушать на морозе. Тут еще стало есть у тебя. Попить надо. Взяли попить. А что там такого? Там вода рили? Угу. Братан, соус тушеный. Блять, картошка уже остыла, сухая. И совсем не пахнет. Блять, тяжело видео на морозе снимать. Ну ладно, что мы сейчас подкрепились. С новыми силами пойдем снимать новое видео. А картошка дерьмо. Фу, со вкусом трусов. Фу, он все время кислый такой. Ох, что мне еще сейчас попить. Самую сладкую пепси-колу, которую мы спиздили в Макдональдсе. Ебать ее в жопу. Так, сейчас раскурейс по-любому. Теперь мы заболеем сифилисом. На самом деле вообще в городе никого, людей нет. Такой мороз напал на шахты, пиздец. 20, сколько? 16 градусов. 0,7.
17, ты наебал меня. Ты меня наебал. Он сказал мне 16, а на самом деле 17. Все, идем в психушку радовать психопатов. Буду зацепить. Не успел встать. Я тут тоже каток. Ура! Заебать, да похуй на катки, я не успел стать популярным блогером. Блять! Напали на нас терминаторы, слушайте звуки. Как думаешь, на видосе будет слышно? Нет. Ебучие терминаторы, газельки. Пошли в жопу отсюда. Блять, сколько мутантов! Мы там нашли какую-то штуку. Она испаряет какой-то вонючий дым, фу. Такой мерзкий, как будто, знаете, миллион-миллион тысяч трупов убили. И вместе с их тряпками вонючими, потными, грязными, блядь. Трупов убили, блядь. То есть убили человеков много людей. И их вместе с тряпками их вонючими, потными сожгли нахуй. Да нам сейчас психушку. Сейчас я покажу. Сейчас Кирюша покажет, что... Лайфхак от маракаси. Как защититься на улице от преступника? Как защититься? Мы видим. Вот это допустим. Вот. Он, короче, до вас доебывается. И вы такие берете. Ебаного противника, блядь. И вы просто берете вот так вот. Вот так куртку поднимаете. Вот так вот. Вот так вот, блядь. Чтоб было видно тело, блядь. Вот. И чтобы он охуел от пресса. И вы такие уберете, блядь. И так с ноги. Ебались ему, блядь. Еблысь! И все. Я вам поверю. Все. Вот, вот такой вот лайфхак от Кирилла. Как тебя там? Друга. Я еще не определился. Он еще не определился, короче. Ну, в общем, вот такой вот он супергерой, мой охранник, видеооператор, блядь, хакер хуев, блядь, взламывался. Вот такой универсальный Кирюша. Всем спасибо, 10% осталось. Пиздец. И вот мы уже, короче, возле психушки, машина едет, все, нам пизда, охранники приехали, таксисты, пидорасы. Я очень сильно замерз, потому что минус 17 на улице. Мы возле психушки, никого нет, не открывают, не впускают, понимаете, что делать вообще? Разъебаться вот тут, вот так, вот подергаться, как даун, да? Заберите меня в психушку, блядь! Ждите новых видео. Ебаный брод, не могу камеру установить. Всем доброе утро, меня зовут Витя Топчик, ну как вы уже знаете. Вот, сегодня я буду снимать новый влог. Вот, буду снимать новый влог про ледовый каток. Влог про ледовый каток. Влог про ледовый каток, йоу. Вот. Мы собираемся найти где-нибудь 5 пятишек, набрать их в маке водой и залить там такой спуск для инвалидов. Мне мамка сказала, типа, то, что это ну, плохо, типа, как будут инвалиды заезжать на, ну, на эту штуку. Вот, как это, трап называется, наверное. Вот, и она сказала, ну, если одеть маску, типа, ну, лица не будет видно. Вот, поэтому у меня мамка вот тоже такая хулиганка такая. Я ж сына в нее должен идти. Поэтому вот. Блять. Красивый закат. Блин, я боюсь того, то, что мы можем не успеть отснять этот влог. Потому что уже 4 часа. Хотя мы договаривались это сделать, ну, хотя бы в 3. Ну, на час раньше. Как-то я опоздал на много времени. Очень много. Холодно на улице, пиздец. Как, где мы найдем 5 этих бутылок? Где ж, блядь, их найти? На мусорке лазить это вообще жестко, пиздец. Бля, ну погода классная такая. Бля, пиздец, закат красивый, он такой розовый. Такой персиковый цвет, такой красивый. Как мы снимем влог, вот сейчас бы мы уже снимали. А солнце уже садится, и такая красота. Блин, вот,
Вот черт, опоздал. Ну красиво же, не правда ли? Я не успел, еще там какой-то пацан катается. From Jamaica to the world, it's just love. Я снимаю с двух аппаратов, на два аппарата. Улучшаем. Побежали. Качество. Улучшаем качество контента. Да, побежали. Ну, холодно, за водой быстрее. Мы ничего не намутили. Блядь, глянь, опять этот чубчик торчит. Давай, вот уродский. Вот, давай вот такую мусорку. Вот, там дырки будут. Так ты пока добежишь, 7 останется через дырку. А пол-литра что мы будем выливать? Идем пятерочку за саной пятишкой. Сейчас купим, будем делать влог про каток. Влог про каток. Все, я снимаю. Фокусировка фокусируется? Да. Сфокусировав фокусировку с фокусацией фокуси. Вот, купили воду, красная цена, за 29 рублей. И будем делать каток для детей Макдональдса. Если типа надеть платок, то ты не умрешь. Заболевания Мака. Анальных макдональдских историй. И от подкатов школьниц. И от подкатов школьниц. И просто от подкатов. Блять, каток делаем. Это каток, понимаете, каток. На нем будут приходить люди, буду там кататься. Вот, я иду ради вас по морозу, бегаю с водой, трачу эти саные копейки последние ради того, чтобы вы увидели мой новый влог. Чтобы порадовались, поставили палец вверх, подписались на мой канал и рассказали обо мне друзьям своим, какой я супер крутой и полезный в своем городе. Вот тут каток, а это влог. Влог-каток. Влог, каток! Все прилипает к ногам! Почему? Не знаю, каток здесь. Сними нас! На сколько? На час? Пошли набирать воду. У тебя портфель не порвется от такого веса? Не знаю, ну техника как-нибудь принесем. Итак, если вам понравился этот влог и вы хотите увидеть продолжение этого видео, то постарайтесь набрать, ну, хотя бы 100 лайков, и я выпущу продолжение этого влога.